Всем привет-привет, мои дорогие зрители! Я продолжаю новогодние марафоны по магазинам, и в этот раз я подготовила для вас обзор сразу из трех магазинов в городе Краснодаре. В этом видео мы найдем самые свежие новогодние новинки в магазине «Магнит Экстра», полюбуемся настоящей зимней сказкой и красотой в «Кюхенленд» и «Лимана Про». Так что располагайтесь поудобнее, впереди много интересного, ну а я всем желаю приятного просмотра! Начну свой обзор из магазина «Магнит Экстра». Я уже не удивляюсь, когда нахожу здесь новинки. Здесь новая новогодняя коллекция товаров для кухни. И, кстати, этот обзор я снимала в «Магнит Экстра», который находится в торговом центре «Красная площадь». Из интересного и нового можно найти набор из двух десертных ложек, которые украшены новогодней висюлькой за 319 рублей. Оригинальная ситечка для чая из нержавеющей стали и силикона за 499 рублей. Набор форм для приготовления печенья 10 штук за 450 рублей и за 300 из трех формочек из нержавеющей стали. И за 330 рублей пластиковые формочки для печенья 4 штуки в наборе. Кухонная утварь в новогоднем дизайне, венчик из силикона, ручка выполнена из нержавеющей стали, 230 рублей. Разные кулинарные лопатки, силиконовые, бамбуковые, вот такой вот вариант, рифленая лопатка, которая украшена рисунками и красным бантиком, 280 рублей. И деревянная скалка с фигурной силиконовой вставкой за 650 рублей. На первый взгляд отличного качества, она очень тяжелая, думаю, будет отлично раскатывать тесто. Пониже представлены товары для выпечки, формы для кексов, для пирогов. В общем, такой вот ассортимент для кондитеров. И кто любит дарить подарки, что-нибудь из кухонной утвари, то как раз-таки на этой стойке можно найти такие вот симпатичные и новогодние товары. Из новой посуды появилась кружка из боросиликатного стекла с двойными стенками. Вот такой вот у нее новогодний симпатичный дизайн. 399 рублей, объем 350 миллилитров. Такой еще новинки я вам не показывала. Обзором сейчас вот охвачу всю эту стойку с товарами, показать посуду. Но мы с вами уже это все более детально рассматривали в моих предыдущих обзорах из «Магнит Экстра». Кто не смотрел, то приглашаю вас к просмотру. На моем канале полно роликов из этого магазина. Все есть в наличии, и смотрю, что, по-моему, еще подвезли праздничную посуду. В этом году она прям очень красивая и удачная. Многие просили показать ассортимент новогодних украшений в виде вот таких вот праздничных венков. Есть варианты как по 799 рублей и совсем самый бюджетный за 199. Помимо новогодней и праздничной посуды, в магазине отличный выбор и повседневных тарелок. Из новинок сразу же бросается в глаза вот такая вот нежная тарелка, которая по форме мне напоминает ракушку либо цветок. Диаметр тарелки 20 сантиметров, рифленые ребристые края, а выполнена она из фарфора. Подойдет и для мытья посудомойки, разогревания микроволновой печи, цена 259 рублей. По-моему, смотрится очень даже эффектно и красиво. Тарелки из опалового стекла в ассортименте, ну как-то цена, мне кажется, немножко завышена, раньше они были со скидками. И небольшая скидка на тарелку из натрия кальция силикатного рифленого стекла по 169 рублей. Размер такой тарелки 21 сантиметр, производство Турция, но мыть посудомойки и использовать микроволновки нельзя. Новые товары для кухни из коллекции Loft, здесь два вида подставок под горячее за 300 и 250 рублей. И пониже представлена подставка для кухонных принадлежностей, столовых приборов, тоже в стиле лофт, сделана из дерева и окрашенной стали. Цена 499 рублей. Небольшое продолжение обзора из магазина «Магнит Экстра» я опубликовала в телеграм-канале, но в формате фотошопинг. Там показываю украшения и некоторый ассортимент по скидкам на посуду. Если вам интересно, актуально, обязательно переходите, посмотрите. Если еще не подписаны на телеграм-канал, то обязательно подписывайтесь. Там у меня ежедневные обзоры, показываю находки, новинки в магазинах, также скидки. Так что всем буду рада. Ссылочка на телеграм-канал всегда в описании к видео. Ну а вы, как мы поняли, зашли с вами в другой магазин, это «Кюхенленд», он находится также в торговом центре «Красная площадь». Покажу вам некоторый ассортимент новинок, хотя уже на моем канале я делала полный выпуск новогодней коллекции, но «Кюхенленд», так же как и «Магнит», удивляет и привозит с каждым разом новые товары.
Особое внимание хочу уделить и показать вам стойку с товарами для кухни. Только что мы с вами рассматривали в Магнит Экстра похожие товары, вот такой вот набор формы для приготовления печенья и лопатка. Там они стоят намного дешевле. В Кюхенленде за такой набор можно заплатить 900 рублей. Экономить мы все любим, тем более в преддверии праздников, когда покупаешь много подарков для родных и близких, это очень важно сэкономить. Так что обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы смотреть обзор. И подписывайтесь на телеграм-канал. Я иногда провожу такие вот сравнения с магазинами, где можно купить похожие товары, но по более привлекательной цене. Но хочу подытожить, что в магазине Кюхенленд, несмотря за свою высокую цену, покупателей достаточно. Именно покупателей, тех, которые приходят сюда и делают покупки, не только заходят на зыринг, но и совершают покупки. Покупают и посуду, и красивые такие фонари по 4000 рублей, уходят счастливыми и довольные, хотя в некоторых магазинах можно найти товары точно такого же качества, в точь-в-точь такие же, но намного дешевле. Но все же в магазине действительно классная и новогодняя атмосфера, шикарные просто сервировки. Ни один магазин с ними не сравнится, с такой вот атмосферой. Это никакой вам не Магнит, тем более не фикс прайс. Кстати, вот сейчас я вам показываю стеклянные новогодние игрушки. Цена 349 и выше. И хочу обратить внимание, мне вот еще пока не попадалась какая-нибудь игрушка с дефектом. Все они аккуратненькие, красивенькие. Я вот недавно ездила в Ашан, так там столько много брака. То на одной игрушке глаза нет, то что-то еще. А цена плюс-минус приблизительно одинаковая. Вот еще привезли игрушки с символом года змеи, новые кружки. Кстати, я знаю, что многие любят именно кружки рассматривать в качестве вариантов подарок. Ну, средняя цена на кружку в Кюхенленде всегда была, по-моему, до 1000 рублей, 990. Есть, конечно, и подороже, но все они вот такие вот оригинальные. В основном это керамика, либо фарфор. И кружки продаются в подарочной упаковке, так что можно не заморачиваться с оформлением. Вот такой вот еще оригинальный вариант с домиками, симпатичная, но, к сожалению, цены на нее я не увидела в магазине. Так как я в последнее время много магазинов посетила, именно новогодних базаров, ярмарок, и хочу вот обратить внимание, что действительно товары попадаются в разных магазинах одинаковые, похожие. Тут я, кстати, рассматривала вот такую вот симпатичную коллекцию со снеговиками, которую только-только при мне выставили, но, к сожалению, цены ни на одну позицию не было. Все же, не прерываясь от своего монолога, вот хочу вам показать вот такую коллекцию посуды. Такие тарелки не первый год продают в Кюхенленде, постоянно украшают красивые праздничные сервировки. С ней она смотрится невероятно шикарно и празднично. Но похожие тарелки можно купить в Магнит Экстра, в новой новогодней стеклянной коллекции. Они там стоят немножко дешевле. Кто постоянно смотрит обзоры из этого магазина, наверняка помнит, я вам показывала последнюю серию стеклянной посуды. Она просто в этом году какая-то невероятная и действительно аналог Кюхенленда. Тут я тоже хотела вам показать серию с бордового цвета. Красивые блюда сервировочные, тарелки, кружки, все это из фарфора. Такой вот деревянный паровозик тоже продается в магазине Кюхенленд. И вот, например, маленькая тарелка в форме звездочки из стекла, по-моему, ничем не отличается от той, что продается, разве только ценой. Ну, конечно, есть такие товары интересные, которые мне не попадались еще ни в одном магазине. Вот еще смотрите, какое блюдо красивое, бордовое, за 900 рублей. Я, похоже, купила в Магните недавно за 300 рублей. В общем, хочу подытожить свой монолог, никого не обидев, что это исключительно мое мнение, вы можете с ним согласиться, можете не соглашаться, и это нормально. Кстати, по этому поводу можем порассуждать и пообщаться в комментариях, какое ваше мнение. Ну, я все-таки придерживаюсь тому, если попадаются похожие товары по более привлекательной цене, будто это магазин, либо маркетплейс, то тогда зачем переплачивать? Но все же магазин Кюхенленд я обожаю, иногда здесь я тоже делаю покупки. В магазине приятно находиться, так как все имеет товарный вид. Еще раз повторяюсь, тут шикарные сервировки. Магазин в этом плане молодец. Сюда приходишь и действительно получаешь эстетическое удовольствие для своих глаз.
И продолжает и также завершает наш новогодний шопинг-марафон обзор из магазина Лемана Про, бывший Леруа Мерлен, который находится на западном обходе. В этом обзоре я покажу новогодние композиции, крупногабаритные украшения, а также общую атмосферу праздничной ярмарки в магазине. До этого на моем канале я уже делала обзор новогодних украшений из этого магазина. В этом ролике покажу, что туда не вошло, так как я на тот момент, когда снимала полный обзор, таких товаров еще не было. Здесь вы видите новогодние композиции, такие вот волшебные для создания атмосферы праздника прямо у себя дома. Цены от 2000 рублей, ну в зависимости от размера, от функции, все они просто невероятно светятся, действительно создают какую-то праздничную атмосферу. Большие фигурки Дед Мороз и Санта, Санта за 3,5, а Дед Мороз за 2990. Декоративная фигурка мальчик в одежде клоуна за 2290. Вот такие вот Санта. Но цены, кстати, на него не было. Выбор мне понравился в магазине. Очень хороший. Действительно много товаров. Есть вот такие вот оригинальные светильники в форме мишки. Тут уже статуэтки поменьше и подешевле от 1190 рублей. Разные фигурки, вот они повторяются, единственное, меняется цвет. Удобно, когда в магазине все расположено по некой цветовой палитре. Я знаю, что многие любят украшать елку именно в одной определенной цветовой гамме. На некоторые позиции, смотрю, уже есть и желтые ценники, небольшие скидки. Например, за 2000 и 1290 можно купить вот таких вот солдатиков. Вот еще Дед Морозы на выбор. И в красной, и в синей шубе вам показывала недавно. И вот такой вот в золотой шубе. Цена такой фигурки 2990 рублей. Разные новогодние украшения на елку, вот такие вот декоративные фигурки, цены и 170, и 290 рублей. Напоминаю, если хотите посмотреть побольше ассортимента именно новогодних украшений, на моем канале есть обзор из Лемана Про, так что обязательно переходите и посмотрите. Новогодних украшений и игрушек и в этом магазине достаточно, как говорится, на любой вкус, цвет и кошелек. Но я решила, что елку в этом году буду украшать теми шариками, которые у меня есть дома. Я их покупала и в прошлом, и позапрошлом году. Не вижу смысла каждый год покупать что-то новенькое большими объемами. Иногда, конечно, если мне попадаются какие-нибудь действительно красивые украшения, которые мне очень понравятся. Сейчас и то стараюсь покупать немного украшений. Это какие-нибудь стеклянные ретро-игрушки. Вот последнее время мне нравятся. Но покупать что-то наборами, большим объемом я не хочу, так как можно разолиться нехило. А каким цветом у вас будет новогодняя елка? Украшаете ли вообще дом, либо только елку ставите? Будет интересно почитать в комментариях по этому поводу ваше мнение. На этом у меня все, дорогие друзья. Надеюсь, эти обзоры были для вас полезны и интересны. Если они вам понравились, то поддерживайте видео лайком. Я, как всегда, жду от вас обратную связь в комментариях. Подписывайтесь на мой канал и другие социальные сети. Ссылки на них я всегда оставляю в описании к видео. На сегодня у меня все. Желаю всем удачных и, самое главное, выгодных покупок. Спасибо за внимание. Пока!